Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам об уникальном месте, где можно не только полюбоваться редкими видами птиц, но и помочь им. Орнитарий в парке Сокольники – это реабилитационный центр и приют для птиц. Сюда попадают хищные птицы, которые из-за травм не смогли продолжить свое существование на воле. Орнитарий – это реабилитационный центр и приют. Мы не зоопарк и не контактный зоопарк. То есть у нас основная задача – это вылечить и выпустить дикую птицу. В большинстве случаев пернатых в орнитарии приносят нашедшие их на улице прохожие. Однако иногда случается и так, что в приют хищных птиц сдают сами хозяева, осознавшие, что держать такого питомца у себя дома им не по силам. Такова история Ниаса Тефили, которого несколько недель назад принес в орнитарий его владелец, когда-то забравший птицу из контактного зоопарка. Вот видите, она содержалась в ненадлежащих условиях и обломала перья, хвостовые и крылья, все перья у нее поломаны. Вот, так что теперь ей надо все отращивать. Вот. Ну, это однозначно наш пассажир, можно сказать, который будет у нас вот, жить столько, сколько проживет. Вот, потому что выпустить его на воле нельзя, даже когда он перелиняет, у него все восстановится. Но он настолько ручной, он не умеет сам добывать себе пищу. Вот, и в принципе, боится всех, кроме людей. Орнитарий не только проводит экскурсии и представления для посетителей, но и дарит каждому желающему возможность стать попечителем птицы. Для этого нужно лишь выбрать подопечного и сделать символическое пожертвование, идущее на корм и лекарственные препараты для живущих в приюте птиц. Любой человек может прийти к нам и взять на попечение какую-либо из птиц, которая ему понравится. И дальше заниматься ею, кормить, ухаживать, выгуливать, вынашивать. Потому что хищники, они нуждаются в вынашивании, в общении. Если они, конечно, не готовятся к выпуску, тогда общение с человеком сокращается. А если уже понятно, что они будут в приюте, то чем больше будут общаться, тем лучше и для птицы, и для человека. В августе этого года орнитарию в парке Сокольники исполнится 5 лет. И хоть сотрудники центра не ведут статистику по количеству птиц, которым они помогли, можно сказать точно, что каждой птице, попавшей сюда, они дали шанс на новую жизнь. О других организациях, помогающих братьям нашим меньшим, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!